Не спеши, юный искатель. Подходи, подходи ближе, мальчик. Перед тобой величайшее чудо природы. Яйцо птицы Рух. Много лет назад оно упало с неба. И с тех пор каждый житель Багдада может прикоснуться к нему. Я вижу, ты не боишься и хочешь потрогать яйцо. Это стоит всего одну монетку. Ну что, ты готов? Спасибо, но у меня нет денег. И вообще, я спешу на ярмарку посмотреть на бродячего волшебника. Ну вот, я так и думал. Стоило этому волшебнику появиться, как мое яйцо стало никому не нужно. Лучше бы он и дальше оставался в своем летающем городе. А я вот рад, что он приехал. Хоть бы одним глазком посмотреть на представление. Да, я слышал, бедняков не пускают на ярмарку. Знаешь, когда я был таким, как ты, и у меня были такие же быстрые ноги, мне частенько приходилось обманывать стражников. Что, правда? Клянусь, птицей Рух, я могу дать тебе несколько советов. Если будешь слушаться меня, мигом окажешься на ярмарке. Вот здорово. Ладно, я послушаю. Посмотрим, достаточно ли ты силен, чтобы справиться с этим заданием. Вон там стоит корзина. Попробуй сдвинуть ее с места. Отлично! Теперь подтащи корзину к бочкам. Это стрелка. Так, видишь посох? Возьми его. Этот посох тебе пригодится. Теперь залезай на бочки. Начать надо с корзины. Влезь по бочкам. Забирайся выше, если не боишься. Видишь окно? Ставни крепкие, но ты сможешь открыть их моим посохом. Правая кнопка. Появился наш рюкзачок. Отлично, ты все сделал правильно. Теперь лезь в окно. И клянусь, птицей Рух, ты скоро окажешься на ярмарке. Я все-таки перехитрил его. Пока, глупый стражник, я отправляюсь на ярмарку. Ага, тут есть лестница. Вообще-то я не боюсь высоты, но прыгать сегодня что-то не хочется. Лучше просто спуститься. Готово. Теперь можно осмотреться. Вон там шатер волшебника, а рядом с ним каркадан. Интересно, что за сундук он охраняет? И куда подевались все торговцы? Неужели побежали смотреть представление? А ну стой! Куда это ты собрался? Я только хотел посмотреть на волшебника.
Волшебник ушел и велел мне никого не пускать до его возвращения. Хотя тут не очень-то много желающих. Всех распугал этот чертов зверь. А ты разве его не боишься? Я? Ни чуточки. Беда с этими мальчишками. Ничего не боятся. Даже голодного каркадана. Он голодный? Еще бы. Это самый прожорливый в мире зверь. А что он ест? Понятия не имею. Надеюсь, кто-нибудь его покормит, а то как бы он не решил позавтракать стражником, да? Так, чем же его покормить? Настоящий каркадан! Говорят, эти звери живут в летающем городе. Они не злые и очень любят фрукты. Это обыкновенный носорог. Сундук волшебника. Вот бы в него заглянуть. Наверное, он набит всякими магическими штуками. Ой-ой-ой, каркадан разозлился. Кажется, он не хочет, чтобы я открывал сундук. Чем бы его отвлечь? Так. Ого, сколько груш! Не надо лазить по деревьям, трясти ветки и спасаться от сторожей. Можно брать и есть. Вообще-то я люблю сливы, но на волшебной ярмарке есть вещи поинтереснее. Обожаю апельсины. Они такие сладкие, сочные. А еще кожурой можно брызгаться. Спелые персики. Целая куча. В другое время я бы съел парочку. Но сейчас главное пробраться в шатер. Сколько тут книг? История летающего города. Сказка о волшебном корабле. Ой, а вон свиток. Как кормить каркадана? Каркаданы — волшебное животное. Они живут в летающем городе, где много сочной травы и фруктов. Излюбленное лакомство каркаданов — персики. Также они едят яблоки и с удовольствием едят спелые груши. Лучше не мешать каркадану есть, иначе он разозлится и откажется вести тележку. Все ясно. Каркадан любит яблоки, груши и персики. Тут столько фруктов. Наверняка я найду нужные. Кажется, эти фрукты называются бананы. Я слышал, есть специальные обезьяны, которые залезают на пальмы и рвут их. А люди стоят внизу с корзинами и ловят. Обожаю апельсины. Они такие сладкие, сочные. А еще кожурой можно брызгаться. Стрелки. Слышь, стрелка вниз. А теперь стрелка. Раз, два. И, пожалуй, стрелочку туда вверх. Вот так. Так, апельсины. Персики.